Эй, привет! Вы ведь раньше встречались с Дэном? О, да, Дэн. Человек с харизмой катастрофы. Как поживаешь? Мэн Блум. Убивающая собеседника. Сколько тебе лет? 5? Знаешь, есть такая поговорка: лучше быть 5-летним ребенком, чем танцевать как обезьяна. Хотел бы я потанцевать с тобой, Эмма, но эти локти немного островаты для танцпола. Еще увидимся. Да, Дэн. Увидимся. Мартышка. Дэн классный парень. Но Эмма слишком уж гордая, чтобы показать, что он ей не безразличен. Что? Ты считаешь, что Эмме действительно нравится Дэн? Нравится? Я думаю, что она, скорее всего, в него влюблена. Жаль, что Дэн ведет себя с ней как осел. Ага. Иногда он может быть настоящим идиотом. Вы позволите пригласить вас на танец? Я не позволю. Да ладно, ты сегодня еще ни разу не танцевал. Спасибо, что напомнил. Знаешь что, мне срочно нужно пойти вон туда, чтобы ничего там не делать. В этих словах есть скрытый смысл. Эмма Энглум, ты будешь со мной танцевать? Ну, если ты это так называешь... Дэн действительно влюблен в Эмму? Да, и причем безумно. Но Эмма слишком холодна, чтобы это заметить. После Терри она никому не доверяет. Она бы не обратила внимания на отличного парня, даже если бы столкнулась с ним нос к носу. Да, и это очень грустно. Это должно сработать. Я что, действительно так холодна? Разбитый, растоптан. Переживу. Ясно. Вот почему никто не хочет со мной танцевать. Я наступаю на ноги намеренно. Я как бы заметил. Но я не совершу дважды одну и ту же ошибку, не волнуйся. А я вот волнуюсь, что ты больше не пригласишь меня танцевать. Знаешь, на самом деле я уже давно не танцевала. И мне тоже наступали на ноги. Беспечные партнеры. Тогда тебе нужна практика и терпение. Вы позволите?